Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Первый ВИН-номер, выбитый на кузове, располагается вот здесь под капотом с правой части, с правой стороны. А второй ВИН-номер, наклеенный на кузове, располагается также с правой стороны между задней и передней дверью на стойке внизу. На BMW 3 серии гарантия 2 года без ограничения пробега. И также у вас на третий год действует постгарантийное сервисное обслуживание 3 года плюс. То есть у вас дополнительный год вот этого постгарантийного сервисного обслуживания, но тут, правда, включается ограничение в пробеге в 200 тысяч километров пути. ТО нужно проходить раз в год или раз в 15 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Но здесь, опять же, машина сама может попросить вас приехать на сервис. Почему? Потому что, например, вы стоите много в пробках, да, или вы просто стоите на заведенном двигателе. То есть двигатель-то работает, пробег не увеличивается, а двигатель работает. Следовательно, он просит, чтобы его обслужили. И вот он вам говорит, пожалуйста, приезжайте на сервис. Вот. Значит, но важный момент. Есть программа 480. То есть это программа, которая позволяет вам не думать об оплате ТО. То есть у вас ТО, техническое обслуживание, совершенно бесплатно. Единственное, вы платите только за диски, колодки и щетки стеклоочистителя, потому что это в данную программу не идет. И также у нас с вами есть BMW Service Inclusive 5-100. Она стоит порядка 41 тысячи рублей. То есть все то же самое, но единственное, тут у нас уже 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Вот на этот период у вас совершенно будет бесплатно техническое обслуживание. Опять же, кроме колодок, тормозных дисков и щеток стеклоочистителя. Нулевое ТО проходить не нужно, а обкатку проходить нужно. Первые 2000 км не завышать оборот двигателя на дизельном двигателе выше 3500, на бензиновом двигателе выше 4000 оборотов. Первые 200 км дать притереться тормозной системе, то есть чтобы она привыкла вам, а вы, следовательно, к ней. Поддержка на дороге. То есть, чтобы не случилось у вас на дороге, вы звоните на горячую линию, и первично консультант вас консультирует. Дальше, если он не может решить проблему по телефону, к вам на место выезжает эксперт. Ну, например, для того, чтобы заменить колесо, заправить ваш автомобиль, открыть ваш автомобиль, то есть запустить автомобиль. Вот эти все моменты специалист будет готов решить на месте. Но, правда, должны понимать, если он вам подвозит топливо, саму стоимость топлива вы оплачиваете отдельно. Но, если есть проблемы, которые нельзя решить на месте, вам вызывают эвакуаторы, довозят вас до ближайшего дилерского центра. И уже в рамках дилерского центра решают появившуюся проблему. Также есть большое количество всяких полезных таких штучек, как консьерж-сервис, плюс есть также у вас возможность заказать такси. Данная программа действует на протяжении 3 лет с момента покупки и в радиусе 200 км от границ города, в котором располагается официальный дилер BMW. Если привозите ребенка спиной по ходу движения на переднем пассажирском кресле, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. Так вот, переключатель, который выключает переднюю подушку безопасности, это дополнительная опция. Так что если он у вас есть, он вот здесь и выглядит вот так. Чтобы его переключить, точнее выключить переднюю подушку безопасности, вам нужно достать механический элемент ключа, то есть нажимаем вот здесь сбоку на кнопочку, достаем этот механический элемент ключа, вставляем и переводим из режима ON в режим OFF. Все, теперь передняя подушка безопасности отключена, и вы можете спокойно перевозить ребенка спиной по ходу движения. Но если больше не перевозите спиной по ходу движения, то переведите переключатель вновь в исходное положение. Если перевозить ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок, который не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Ее можно будет открыть только снаружи. Так вот, для этого есть специальный переключатель. Чтобы их переключить, эти переключатели, вам нужно достать механический элемент ключа. То есть достаете механический элемент ключа, вставляете в переключатель и переводите его в режим блокировки. Все, теперь открыть дверь изнутри будет нельзя. Ее можно открыть только снаружи. Но если больше не перевозить ребенка на втором ряду сидений, то переведите переключатель вновь в исходное положение. Для того, чтобы заправить ваш автомобиль, он должен быть открыт. Дальше вы подходите к ключку топливного бака, нажимаете на его крайнюю сторону, откручиваете
крышку и устанавливаете ее в специально отведенное место. Объем топливного бака составляет 59 литров. Если ваш автомобиль дизельный, то заправляем его только, следовательно, дизелем. Если бензиновый, то бензина начиная с 95-го октанового числа. Габариты багажного отделения BMW 3 серии. Объем багажного отделения 480 литров. Ширина дверного проема 97 сантиметров. По диагонали 94 сантиметра. По высоте 44 сантиметра. Ширина в зоне до колесных арок 136 сантиметров. Ширина в зоне колесных арок 99 сантиметров. Глубина багажного отделения 98 сантиметров. По диагонали 130 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до сложенной спинки сиденья второго ряда 160 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 180 сантиметров. По диагонали 210 сантиметров. Для того, чтобы вы буксировали или чтобы вас буксировали, в передней и задней части автомобиля есть специальное отверстие, которое закрыто крышкой. Так вот, чтобы открыть эту крышку, вам не нужно прибегать к дополнительному инструменту, вы просто нажимаете на стрелочку, в данном случае назад, вот, и открываете крышку. Рекомендую ее сразу снять, она держится за счет такого ромбовидного фиксатора, потому что, ну, в противном случае вы можете ее потерять, а нам это не нужно. Итак, берем буксировочный крюк, вставляем его. И вкручиваем. Вкручиваем по часовой стрелке. Вкручивать нужно до упора и только после этого подсоединять буксировочный трос. Для того, чтобы открыть автомобиль с помощью механического элемента ключа, вам, следовательно, нужно вначале открыть крышку, заглушку, которая закрывает наш замок. Итак, для этого мы с вами оттягиваем ручку. Дальше изнутри нажимаем тут на кнопочку, у нас вот такая вот крышечка. Все очень просто, легко, без каких-либо сложностей. Дальше достаем механический элемент ключа, для этого мы нажимаем на кнопку, тянем верхнюю часть, все, достали механический элемент ключа. После мы его вставляем и поворачиваем против часовой стрелки. Все, доступ в автомобиль открыт. Для того, чтобы заменить щетки, их необходимо перевести в сервисный режим. Для этого вам нужно включить зажигание, но в данном случае я прям машину заведу, выключить зажигание и, потянув щетку, ну, переключатель вниз, ждать, пока на четвертый мах щетки не остановятся. Все, дальше вы их меняете, вновь включаете зажигание и переводите их в исходное положение. Если у вашего ключа села батарейка, следовательно, ее необходимо эту батарейку заменить. Так вот, чтобы заменить, вначале вам нужно достать механический элемент ключа. Дальше, поддев ключом крышку, аккуратненько вот так, ее снять. Все достаточно просто. И менять батарейку. Внутри вашего ключа батарейка CR20 32 3 вольта. Но если нет возможности заменить батарейку, а ехать нужно, уберите ключ с разряженной батарейкой, прислоняйте его к правой стороне руля. Вот здесь вот на рулевую колонку. Все, нажимаете кнопку старт-стоп, заводите свой автомобиль и едете в светлое будущее.